Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джанно Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча калпатару вашча кипа синду бхавача Патитананг павуне бхавашна бебхьо намо нама Муканкаро тивача ланг пангунг ланг хайтигрим Яд кипа тамханг ванде парама ананду мадабам Бинда вай тулсиде бай пия вай кешва сача Шна бхакти паде деви сатта ваттай намо намо Нараяна намаскитта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане кишна катхо падеше Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкта бхакти прамодакша джагод баруну. Дейям сада парибхавагна вишта духам тетас падам сива виринчинутам сараньям виттатихам панатапал бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуражита Кимапика Бодуша Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадика Майкада Кифам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ломбита Бхужоу Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Диджавару Джугодхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джаша Чабакшаши Джасьясте Хиде Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам.
Hare. Patra patro vicharanam na kurute na sang parang bhikshate. Deya diyo ba mimarsaka na hino ba kalo pratiksha prabhu. Ya shaddo pranamano dhyana dina durlabam datte bhakti rasam saame gauraha. Саме Бхагаван Гаураха Парамам Готим. Парам Готим ме. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагар Прабхупад. Парамамса Джагадгуру said that. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагар Прабхупад сказал, чтобы понять, кто такой настоящий Гауди и кто против Гуранги Махапрабху, непреданные. Мы должны быть очень осторожны, поскольку так много запутанности, что 90% людей не понимают разницы, где настоящая Гора Бхакти, а кто просто притворяется. Кто преданный, кто не преданный, носит одежду преданных, будучи демоном. И как это понять, все понять, сгармонизировать, очень тяжело. И вот смесь правды и лжи, к сожалению, очень много смеси этой правды и лжи. Причем настолько много, что практически невозможно понять, что такое настоящая бхакти, а что нет. Я вот тоже ношу тилак мало. Кто может понять, что я преданный или нет, это сложно для многих. Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур. Он написал прекрасную Сиддханту. И вот те, кто против Баджана Гуранги Махапрабху, даже если они наши братья, боги, сестры, братья, родственники и все остальные, мы все равно должны, их нужно оставить. Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто отвернулись от Гуранги Махапрабху, может быть, они... Он мой отец, то их, если мы хотим достичь лотосных стоп Гуранги, то нужно как-то их оставить. И Гуру Вайшнавы, они тоже не могут рисковать насчет этого, поскольку многие следуют своему уму, как своему, ну, тому, кто показывает направление движения. И вот Гуру Вайшнавы в этом случае за вас не отвечают, если вы следуете своему уму. И вот, как в этом случае понять, кто против Гуранги Махапрабху, а кто ему следует? И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати говорит, как понять, кто против Гуранги, поскольку внешне не так все просто. Хираньякашипу может наслаждаться независимостью. Даже полубоги вынуждены ему кланяться. Сейчас много таких, как Хираньякашипу, если на Шри-Ланке, например, сказать что-то против Раваны, они будут возмущаться, оскорбятся таким поведением. Вот один хороший последователь был на Шри-Ланке, что-то сказал против Раваны, но не в его поддержку, так там люди настолько озлобились, что хотели убить его за оскорбление их поклоняемого этого Раваны.
И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы выражаете почтение Камсе, и вот это, он кто? Там дядя Кришна, вроде родственник Кришны, дядя Кришны, но он всегда против Кришны. И вот если кто-то выражает почтение Камсе как родственнику Кришны, то такой человек просто глупец. И вот такое положение дел и непонимание сути преобладает во многих местах. И вот на Шри-Ланке поклоняются Равани как великой личности. И если кто-то наслаждается пратиштхой, дешевой славой, то... Но это к духовности отношения не имеет. А кто уважает чистых преданных? Обычно их начинают уважать или как-то узнавать о них только после их смерти. Мы уважаем исследующих Шрилу Прабхупаду Бхактивинода Тхакура, поскольку мы знаем, кто такой Шрила Прабхупад. У нас есть знание о нем. Если божества Гуранги Махапрабху показать в Африке каким-то этим племенам, которые там живут, они не поймут. У них нет никакого представления о том, кто такой Гуранга Махапрабху. Гуранга Махапрабху — это Верховный Господь, и мы зависим от Шраута Панхи. И поэтому... Мы должны следовать нашей наставнической преемственности, то, что услышали от нее. И вот, где бы мы ни находились, мы должны слушать Шрауда Пантху. И если кто-то манипулирует этими наставлениями Гурварги, то такой человек подобен Камсе. И вот Шрила Прабхупад говорит, чтобы понять, кто такой настоящий Гора Бхакта, преданный Гуранги, а кто нет, мы должны быть очень осторожны, иначе мы запутаемся. И как же понять? Шрила Прабхупад говорит, ждите и смотрите. Смотрите на их характер, на их поведение, на их... Кто-то может быть пост ачари занимать, но надо посмотреть на его слова, на то, что он пишет, комментирует, говорит, думает, то можно понять, что эти люди, мало того, что не имеют ничего общего с Гурангой Махапрабху, а выступают против, хотя все носят одежду саньяси, тилаки, малы, какой-то почет среди глупых людей имеют. И вот запутанность, конфузия возникает. И я думаю, что это очень редко. Такой преданный очень редко, кто может понять Сиддханту Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. Это очень редко можно найти такого человека. И вот Шрила Прабхупад говорит, мы должны ждать и смотреть на их действия, на их комментарии, на их то, что они пишут, говорят. И вот Шрила Прабхупад говорит, я не только редактор книг и журналов, я также редактор вашего поведения, вашего характера, ваших действий, вашего баджана. Если вы совершаете неправильный баджан, нужно это исправить. И это милость Шрилы Прабхупады, а не вражда. Враги — это те, кто дурачит вас. А Шрила Прабхупад, благодаря огромной милости, он говорит так, чтобы помочь нам. Ну что же делать? Какое-то время назад вопрос в интернете возник, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, я могу снизойти на любой уровень ради
подлинной проповеди Шри Чайтанья Махапрабху. И вот я тоже, и вот и если какой-то проповедник очень низко опускается, то в целях ли проповеди это? Я сказал, что это глупый вопрос, люди задают, задали его, которые не имеют никакого представления о баджане. И такие люди могут заявлять, что они получили посвящение, но я не верю, поскольку или формально получили, если кто-то опускается очень низко и занимается всякой ерундой, ведет себя как шудра или хуже, то к проповеди отношения это не имеет. В Гите и Шлока тоже многие понимают неправильно, вот про Самадарша, что тот, кто беспристрастен и видит брахмана, собаку и собакоеда. Вот, не помню название шлоки, но в том, что беспристрастно относится ко всем. Но истолковывают, извращают эту шлоку все по-разному. И вот Шилакеша Госвами Махарадж говорит, даже демоны могут цитировать Писание. И что? Если кто-то цитирует Писание, это не значит, что он саду может это Равана или Хираньякашипу, он какими высокими словами утешал свою мать и жен своего брата Хираньякша. Он говорил, что жизнь не вечна, но перед тем, как давать такие лекции, ему бы следовало бы самому понять, что жизнь не вечна. Если же понял, что жизнь не вечна, зачем стремиться к каким-то временным вещам? Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что демоны могут цитировать Писание. И вот такие демоны не заинтересованы ни в шастрах, ни в Бхагаване, а просто хотят в шастрах найти подтверждение своих слов и взглядов, как Шанкар Бхагаван. Шанкар Бхагаван безупречен, он гуру, но по воле Бхагавана занимается тамагуной, вот, и проповедует майваду. И в шастрах находят слова в поддержку майвады, но Шримад Бхагаватам он не трогает, поскольку утвердить майваду с помощью Шримад Бхагаватам невозможно. Бхагаватам, она не отлична от Кришны. Это Шабда Брама, Господь в форме звука. И мы должны понять это. Что я могу снизойти на любой уровень, значит, и вот если Шрила Прабхупада лучший из Парамахамса, зачем он принял саньясу, зачем? И причина какая-то, это Рада Дасья. Он никогда не говорил о себе, как о Парамахамсе. Те, кто смиренные, они никогда не говорят так. Шрила Прабхупада специально зашел с уровня Парамахамса. Снизошел, значит, не потерял свою силу. Специально Шрила Прабхупада пришел, спустился на уровень саньясы, чтобы проповедовать как следует. Ну, чтобы для глупых людей, которые имеют, думают, что саньяса лучше, чем Парамахамса Вишна. Разница в том, что
они некоторые люди думают, что Харикатха к баджану отношения не имеет, что лучше ко вторых харинам поклоняться божествам и прочими вещами заниматься, но настоящая харикатха – это лучший из видов баджана. Если какие-то люди думают, что проповедь настоящая харикатха, их баджан противоречит друг другу, то это говорит о том, что человек не гауди. И вот проповедь значит говорить на шрутаване. То, что и как мы услышали от нашей наставнической преемственности Гуру Варги, мы должны повторять их слова. В изначальном виде. Если кто-то коверкает или как-то представление может, конечно, немного отличаться, но суть должна быть та же самая, едина. Махапрабху никогда к Мадхава Гауди Сампрадаве ничего не изменял. Он просто добавил нечто великолепное, чтобы... Ну, то есть он не сказал этого Сампрадаве, просто добавил как некоторые вещи. И вот люди думают, что не зайти на любой уровень, можно делать что угодно, как анархисты, но нет. Мы должны помнить то, что наша Гауранга Дасья не должна как-то нарушаться. И вот я шлоку из Сандарбхи приведу. Джива Госвами Пад пишет. И вот Джива Госвами Пад пишет такие слова. И вот Джива Госвами Пад что пишет? Он пишет Гурва Гая по указанию Гурдева, поскольку главное мы следуем Садгуру. Если наш Гуру Асад, то его нужно оставить, это не проблема. Я говорю о Садгуру, о стандарте. И вот первое, если я следую моему Садгуру Шили Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджа полностью, если вы можете... Если кто-то человек, если Госвами Махарадж, например, говорит достаточно жестко, Шридхар Махарадж очень смиренно, но мы не должны путать суть и внешнюю форму. То есть, по сути, не говорят то же самое, просто в различных формах, но все это из-за смирения. Шрила Прабхупада говорит, что это все проявление смирения, из того единого смирения, но оно проявляется по-разному, как у Вриндаванас Такура и Кришнадас Кавираджа, но внутри у них одно и то же настоящее смирение, благодаря которому можно говорить харикатху. Кто-то может запомнить пару страниц, пытаться их повторить на лекции, но это не харикатха. Харикатха – то, что имеет силу, то, что поддерживается Шримана Махапрабху, это нечто уникальное. И вот Шрила Прабхупада говорит, таким образом мы должны быть очень осторожны. И вот, помня, что наша Гура Анугатия, я не могу произносить имя Радхарани, оно слишком возвышено.
И вот наши Нитьянанда Гауранга или Гауранугати, они должны нарушаться. Мы должны организовать ситуацию таким образом, чтобы наше главное служение, проповедь Гурандавани не была беспокоена, не нарушалась. И таким образом мы можем достичь великого успеха. И это Сиддханта. И вот Сива Госвами Пад пишет, что наше главное, наше главное Гуранугати не должна нарушаться. И вот мы должны получить разрешение у Падмы, если мы хотим служить возвышенному Вайшнаву, чтобы обрести великий успех. Если ваш гуру говорит, что вайшнавов нет, он единственный вайшнав, а все остальные животные, то такой гуру, такой гуру говорит о себе, кто он есть. Много людей приходило ко мне получать дикшу, я говорил, что идите к Шри Вамана Махараджу, Ваке Валапи Тирте Госвами Махараджу или Шанти Махараджу. Я никогда не хотел быть гуру. И вот если... И вот, что это значит. Махарадж еще приведет несколько примеров в день Гурупурнимы о проповеди, чтобы дать нам представление о стиле проповеди, который принят Шрилой Прабхупадой. Подлинные проповеди. И вот сейчас суть в том, что я начал с этой шлоки. И вот тот же самый вопрос пришел к Шриле Сачитананде Бхактивинода Тхакуру. Какие-то люди из нашего общества, материалисты, они говорят такого, Бхактивинода Тхакур, можем ли мы, почему нельзя бы позволить всем участвовать в Гаудия Бхаджане, можем всем разрешить, и вот, а потом вопрос выживания самых приспособившихся возникает. А те, кто не приспособился, те уйдут сами автоматически. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что не так все просто, как кажется. Можно видеть, что некоторые стремятся к количеству, но Гуру Вайшнавы никогда не стремились к количеству, не стремились к качеству. Качество и количество не могут одновременно быть. Шрила Бхактивинода Тхакур, перед тем, как давать харинам, он долго беседовал, выяснял, кто, что за человек, ждали какое-то время, несколько лет. Что говорить о саньясе, которого сейчас раздают как пирожки? То есть в некоторых организациях на качество совсем не смотрят, только на количество. И вот, что я хочу сказать, то, что Шрила Прабхупад говорит, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, нет, люди, мы не можем позволить всем прийти на путь Гауди Бхаджана. Мы чистую Кришна Прему, которая доступна только в Гауди Сампрадае, мы не должны ее никак осквернять.
лучше, если в нашей гошале никого не будет. Пословица индийская, что лучше не иметь никаких коров, чем сумасшедших. И вот это, если кто-то пренебрегает этим наставлением Бхактивинода Тхакура и хочет всем показать, что он самый милостивый, что раздает посвящение налево и направо, то это глупо. И поэтому такой человек может сразу показать всем, что он просто падшая душа. И вот суть в том, я ответил, почему Прабхутананда Сарасвати Пад написал эти слова. И вот Прабхуда, хотя Прабхутананда Сарасвати Пад, он говорил о Гауранге Махапрабху. И таким образом все люди, многие хотят, они злоупотребляют этой шлокой, поскольку они не знают, что это было применимо. То, что говорилось в этой шлоке, была особая милость, она была применима в то конкретное время, когда Махапрабху явился, как в месяц Чайтры. Ну, индийским летом, если на рынке обычно 50% скидка на все, на одежду и прочее, но это не значит, что весь год такие скидки. И вот это был особый случай, когда Махапрабху явился в этом мире. Махапрабху не думал о своих качествах. И тоже было одобрено Бхагаваном. И вот сейчас можно аргумент какой-то привести, но хочу его предварительно опровергнуть. Не знаю, что какие-то аргументы возникнут, поэтому хочу привести свидетельство из Бхагаватам, когда Чатуршван отправился на Вайкунтху. Моя цель другая. И вот, в общем, он отправился на Вайкунтху, их не пустили, сказали, нет, стоять, вы тут не пустим вообще. И вот они, Чатуршваны, очень были ошарашены таким грубым поведением этих стражников Вайкунтхи, и сказали, вы что, не очень. Кто тут на Вайкунтху просто так попадется? Их хотели проклясть их за их невежество. Но это проклятие было уже одобрено Бхагаваном. И вот они начали говорить с Джай Виджаем, сказали, ну, в общем, они их прокляли, потом Господь начал говорить с Джай Виджаем, сказал, что я могу избавить вас от этого проклятия, но не хочу так делать, поскольку Сиддханта в шастрах. Ну, говорит о том, что вы по заслугам получили. И поэтому нужно действовать в соответствии с шастрам. Если получили по заслугам, нужно страдать за это. Иногда Бхагаван нарушает свои же
наставление, чтобы показать, что преданный всегда прав, но это особые случаи, они достаточно редки, как случаи борьбы на Курукшетре. Как вот во время Курукшетры Бхагаван Кришна взял как колесо и бросил или ударил этим колесом Бишму. И Бишма. Говорит, что я хочу поклоняться такому Господу, который, чтобы защитить слово своего преданного. Я хочу созерцать его вечно. И вот Бхагаван говорит перед Джаявиджаем, что я могу. И вот Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот материальный мир, особенно, и вот он пришел в этот материальный мир. Но зачем он пришел? Это в следующий раз поговорим, а сейчас мы говорим о о способе его божественной проповеди. Она уникальна, никто до него не принимал такой стиль проповеди в будущем. Она бесподобна и уникальна. Ни в прошлом такого не было, ни в будущем не будет. И вот Шри Чайтанья Махапрабху пришел с решимостью. Я вчера говорил в начальной шлоке. Я могу привести множество примеров. Даже и вот Адвайта Гасай сказал, что пишет, точнее, Гуранги Махапрабху. Попросил Джагадананду передать это письмо Махапрабху, и вот Махапрабху взял его, начал читать, он был написан очень простым бенгали. Никто не понимал, даже ну, не все слова. Аул, чаул. Ну, в общем, как-то иносказательно все это было написано. Но все же Махапрабху понял, да, что этот ачарья великий пуджари. И он знает, как призвать божество. Ну, тут он говорит об Адвайте Гасае, который призвал Верховного Господа в этот мир. И вот об этом следующий день. И вот когда Махапрабху пришел с такой решимостью, это особый случай, даже мусульмане, они помогали Махапрабху переплыть реку на своих лодках. И когда Махапрабху вышел с лодки на берег, и этот мусульманин, лодочник, он упал без сознания, начал плакать, как сумасшедший. И это сила Шри Гуранги. Гуранга Махапрабху не пришел, пришел без всякого оружия. Однажды он хотел убить этого Джагая Матха, он уже был готов призвать чакру, но Нитянанда сказал, что ты же обещал, что в этой аватаре ты не будешь проявлять никакого насилия. Ты должен миловать их, помиловать, поскольку в эту аватару
ты принял решение, что не пользовался никаким оружием. И завтра я более подробно обсужу эту шлоку. И вот только твое оружие — это только санкиртана. И вот этот Махапрабху никогда не хотел даровать прему те, кто совершили какие-то оскорбления. Для них будьте осторожны. Махапрабху не давал прему даже Шачимата. Она такая мать, вселенская мать. Все знают ее даже на Голоке, но она не получила прему, поскольку в уме она совершила оскорбление в адрес Адвайта Ачарьи, подумала, что его надо Адвайта называть, поскольку он их двух сыновей забрал, один у него саньоса получил, сейчас второй, поэтому что делать? И вот она так нехорошо подумала, а Адвайта Ачарьи вслух не произнесла, и Махапрабху, будучи сверхдушой, в сердце каждого, когда Махапрабху раздавал прему, то он сказал: нет, я не могу дать ей прему. И вот ее звали Айма, а одно из ее имен Ай. Это не английское слово Ай, а просто бенгальское. Ее Сачимата звали Ай. И вот Махапрабху сказал, что я не могу дать ей прему, поскольку она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайта Гасая. Адвайта Гасая услышав это, сам упал без сознания, она очнулась и взяла в качестве жеста прощения пыль с ее лотосных стоп. И после этого Махапрабху уже даровал ей прему. И вот мы не должны путаться. Те, кто бессердечны, много вопросов может возникнуть. Но не все могут задавать вопросы. Кто-то может спросить у Махарадж. Есть список 10 намапарат. И те, у кого нет веры, таким людям нельзя давать святые имена и харинамба. Почему вот Махапрабху раздавал святые имена везде? Почему он просил Нитянанду Харидаса ходить от дома к дому и говорить о славе святых имен? Почему? Разве у этих всех людей, которым они ходили, у них была какая-то вера? Вопрос у нас должен возникнуть, если это наставление Гуранги, что идти и... И вот все наши... И вот те, кто совершает оскорбление в адрес Гуру Вайшнава, в Шастры, Намы, Дамы, Махапрабху их не простит. Как вчера я говорил, когда какой-то этот ученик хотел побить Гурангу и Нитянанду, и когда они планировали побить Нимая, то все их образование, результаты их обучения, все прошло, они все забыли, они развили так оскорбление, поскольку Бхагаван пришел в форме преданного, и после этого Махапрабху решил принять саньясу. Как спасти этих людей, те, кто совершают оскорбление для них? Я могу принимать саньясу, пойду к их дома, буду просить повторять святые имена, но в Индии саньяси, уважаемый, человеком считался, поэтому
Махапрабху принял саньясу, и вот Махапрабху не поставил никаких условий. Это не время давать прямо достойный, кто-то недостоин, нет. Он в то время он даровал прямо каждому. Единственное, не должно быть никаких оскорблений. И вот Махапрабху. Это не значит, что для всех это применимо, нет. Иначе Навотам Такуру и Бхактивинод Такуру они не говорили бы наоборот. Кто-то неправильно понимает. Во Вриндаване какой-то пожилой Махарадж сказал. И вот есть киртан такой, что без всякого баджана получают прему. И вот он, этот человек цитировал слова Навотам Такура, но это было применимо в то время. Обычные люди или кто-то приходил, даже животные, птицы, Махапрабху, он даровал им милость. Хотя они баджан не совершали. Если это было бы применимо сейчас, то почему Навотам Такура написал такие слова? Некоторые люди слишком сознаются, что оставляют даже Навотам Такура. Вот если только эту шлоку я буду объяснять, это займет огромное количество времени. И вот. Наша садана. И наше сердце должно быть параллельно, то есть мы должны делать то, что думаем искренне, без всякого лицемерия. Мы должны гармонизировать наш ум, наше сердце с сердцем Гурудева. И вот мы должны принести в гармонию наш ум, сердце, наш баджан. Все должно быть в гармонии. Если кто-то был бы в гармонии со своим Гурудевом, он бы не спорил со мной. И это признак того, что если кто-то хочет спорить со мной, это говорит о том, что у него нет гармонии с его Гурудевом. Это то, что сказал Шрила Прабхупада. Вот в Шаутаване мы не должны сомневаться. Сомнения возникают от того, что мы отклоняемся от пути баджана. Кто-то думает, что он находится на пути баджана, но это не всегда так. И вот Шрила Бхактивинода Такур также пишет: мы не можем позволить в святое место Намахаты принести какой-то мусор. И главная обязанность всех ачарьи — поддерживать чистоту в том месте, где происходит Намасанкиртана. Там всегда должно быть чисто, никаких манипуляций и всего. И махинаций. И вот можно понять, что Чайтанья Махапрабху готов дать прему даже птицам и животным. Если нет, то покажите случай. Если Навотам Такура совершает киртан в Манипуре, где никто не понимал языка, поскольку Навотам Такура совершал. И вот Навотам Такура, когда проявил свои киртаны, Гуранга Махапрабху являлся в них.
И говорится здесь, и вот, когда Нарутам Такур совершал киртаны, даже птицы и животные, они плакали, хотя он не на манипурском там пел киртаны, а на бенгале, который никто не знал, но сердце, душа понимала. И вот он пел свои киртаны, тысячи людей собиралось, видя свечение, исходящее из его тела. И до сегодняшнего дня можно найти в Манипуре, они поклоняются Гопалу. И народ там Такура очень уважает. И вот суть в том, Нарутам Такур пишет, что сейчас мы должны быть очень осторожны. Он наш Шраутапанти, Гуру Парампари, Бхагават Парампари. Мы должны быть в том положении, чтобы иметь возможность гармонизировать все, поскольку малейшее отклонение от пути Гуру Падмы, нашей Гурварги, оно может сбросить нас с пути Бхаджана. Малейшее отклонение от пути нашего Гуру Падма, Гурварги, может сбросить нас с пути Бхаджана. Хотя много всяких заговоров и всего остального, но кто-то думает, что я критикую. Но Бхарати Махарадж много раз говорил, что это не критика. И вот Бхарати Махарадж говорил, что это не критика, что если я нахожу какие-то в общем, мы должны видеть разницу между критикой и тем, что делает ачарья. Если ачарья указывает на какие-то явные недостатки или какие-то отклонения и прочие недостойные вещи, то это, собственно, обязанность ачарья опровергать неправильную сиддханту. И вот обязанность чистых преданных, тех, кто находится под руководством. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто Сварупашрита преданы, их главная обязанность исправить текущую ситуацию. Если люди, которые заявляют, что исправлять плачевную ситуацию, это критицизм, то это просто глупцы, которые мешают ачарье исполнять свои обязанности. И вот Шрила Бхактивинода Такура и Прабхупад говорит, что если какая-то кто-то проповедует какие-то неправильные идеи, неправильные представления, какую-то ересь, то обязанность настоящих преданных их арестовать буквально и изобличить их лицемерие. То есть лицемерные саду должны быть выставлены на показ. И это есть Харибаджан. И поэтому Шрила Бхактивинода Такура говорит, сказал, вот однажды какой-то бабаджи из Навадвипы каждый день буквально ездил по судам, чтобы возбуждать эти дела против каких-то мошенников. И вот эти бабаджи поехали в Кришнагару и сказали Бхактивинода Такуру, что этот саду бхаджаном не занимается. Этот саду никаким бхаджаном не занимается. Занимается исключительно критикой, и поэтому
уходит тут, пишет заявление на нас и на всех остальных. И Бхактина такого сказал, это баджан такого у него. Но вот вы баджан не совершаете, сидите в уединенном пещере своей, повторяете харинам. А он баджан совершает, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, он совершает баджан, поскольку не может потерпеть, что вы злоупотребляете шастрами, чтобы идете, совокупляетесь вдовами, обманываете их, забираете их землю, собственность на свое имя, и это не баджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур так сказал, что вы просто воруете у Бхагавана его собственность, злоупотребляете ей, обманываете людей, вдов и просто обычных людей. Вот этот бабаджи не может этого потерпеть, поэтому ходит на вас всех и жалуется. Это его баджан, настоящий баджан. А у вас непонятно что. И вот что такое баджан и что такое нет, мы должны стать сначала понять, что есть что. И вот во время Гуранги Махапрабху проповедь была особая проповедь, поскольку Махапрабху, он Верховный Господь, Господь всех Господ, и вот Махапрабху Своим Рупаватара, даже не Кришна, а Рада и Кришна. И вот в это время Махапрабху, он принял решение распространять прем всем, кроме оскорбителей. И вот Махапрабху принял такую процедуру, уникальную. Он не думал, что кто-то достоин или нет, кто-то получил посвящение или нет. Но что такое посвящение? Что такое посвящение? Кто-то может задать вопрос, почему Махапрабху, когда шел в лес в Южную Индию, как это возможно, что Махапрабху распространял прему, хотя у них ни посвящения было, ничего, даже саду в жизни своей не видели. Птиц и животных одаривал премой, а мы тут получили посвящение. Уже лет 20-30 прошло, никакой премы мы так и не обрели. Почему в то время, во время Махапрабху, так просто получали прему? Даже животные ничего не делая. И вот Васудева Випра, Кума Випра, еще кто-то там, они хотели пойти с Махапрабху, но Махапрабху сказал такие слова, что мое наставление. И вот Махапрабху сказал им, что идите распространяйте прямо всем и каждому. Люди говорят, что это наставление Махапрабху на все времена. И вот многих злоупотребляют этой шлокой. Кого бы вы ни видели, вы распространяете прямо им. И кого бы вы ни встретили, вы давайте наставление повторять святые имена Хари Кришна или Махамантру. И вот в этом. It is sending instruction. No sodha, no ghee. But whereas Mahaprabhu sending
Мы не должны давать кому-то хренам без, у кого нет веры. Но когда Махапрабху посылал Харидаса Нитянанду проповедовать, то как это все понять, эти противоречия? Гуранга Махапрабху, когда давал наставление какому-то конкретному человеку, как Васудев Випри или Курма Випри, кто бы это ни был. То есть без баджана, и вот чудо, и чудеса случались. И Махапрабху, когда встретил этого Васудевипру, вызвали вроде брахманова больного проказы. Он обнял его без всякой задней мысли и сказал, что вот такие слова. Это мое указание, и с таким указанием Махапрабху дал ему силу его исполнять. И такая проповедь, она непостижима. И Махапрабху, вот когда встретился с Курма Випра, Васудев Випра, они пошли, встретились с 10 человеками. Потом они начали проповедовать, и таким образом. И когда они шли, встречались с кем-то, они тоже. Но тогда был, Махапрабху дал им особую силу для проповеди, а сейчас это неприменимо. И вот эта шлока была применима в то время и применима сейчас тоже, но нужно стать сначала гуру. И вот Махапрабху, да, я дав им свой даршан, свою силу, такие люди, они сами стали гуру. Поскольку без гуру кто сможет? И Махапрабху дал им силу, чтобы они поняли, что такое Кришна Таттва. И вот Махапрабху сделал им их гуру. А сейчас нужно сначала стать. И вот нужно стать гуру таким значимым, тяжелым, как наш Гурдев. То есть именно тяжелым, значимым, а не легким. Если кто-то находится в майе и проповедует, это глупо. И в то время были другие времена, это применялось так, сейчас применяется по-другому. Нужно сначала стать гуру, подлинным гуру, и потом можно проповедовать по-настоящему. Но сейчас, к сожалению, наоборот. И вот это я немного затрону. Это великолепная великолепный путь, принятый Шриманом Махапрабху. И чудо. Все жены Пратапарудры, они сидели на этих слонах на дороге. И вот Пратапарудра видел, что Гуранга Махапрабху издалека идет и повторяет святые имена издалека. Он заметил. И он получал даршан Махапрабху тоже издалека. Он развил прему, и слезы капали у него из глаз, как это возможно. Они никогда не встречались с Гурангой Махапрабху, не имеют никакого представления о нем, но как, когда они увидели первый раз, они почувствовали прему. И поэтому я вот сказал,
which is extreme meditation cannot give. And what Narottamata Lochandas Thakur, Brahmaro Durlava Premo Shabakari Jachi. You heard this kirtan? И вот это киртан. То, что очень редко для Брахмы и Шанкара, это према. Эту прему Гуранга Махапрабху дал нам. Например, если я хочу вам дать молоко, чистое молоко, скажу, идите сюда, или йогурт. Вначале я хочу видеть, куда налить вам этот йогурт или молоко, если у вас есть емкость для молока, то могу, соответственно, дать какое-то количество молока. И если у вас большая емкость, то тоже. И вот в соответствии с способностью нашей способностью восприятия, Махапрабху говорит, дает свою милость в соответствии с нашей способностью ее воспринять. Вот во Вриндаване говорят такие эти слова, что Бандара Радхарани бесконечна, то есть пир Радхарани бесконечен, можно наесться в любом количестве. И вот. И вот таки. So Mahaprabhu, no restriction. It depends upon your pot. I know pot, okay? I can give you pot. И вот в чем, чтобы воспринять милость, нужно иметь способность воспринять эту милость. Если у нас во время Махапрабху была особая милость, то есть даже те люди, которых не было емкости для этой милости, Махапрабху давал им не только милость, но это емкость для того, чтобы они смогли воспринять эту милость, то есть унести с собой буквально целый горшок милости. Он давал прямо вне каких-либо условий. И вот завтра я могу говорить о том, как Махапрабху был осторожен в вопросах распространения премы. И вот в итоге Махапрабху давал прему даже тем, у кого не было емкости для этой премы. Но сейчас есть ситуация другая. И вот значение этой шлоки таково, и мы не должны злоупотреблять те и другое. Мы должны пытаться понять, что такое намапарадхи. Есть 10 видов намапарад, из 10 одна. Давайте наставление неверующим, мы не, и посвящение. Мы не должны давать посвящение неверующим людям. И вот мой вопрос в том, что это значит, что все посторонние люди имеют шрадху. И почему Махапрабху говорит Нитьянанда и Гуранге, ходя к двери, даруй им прему, ну, то есть противоречит вот этим десяти видам намапарадх. Если шрадха уже есть, пытайтесь понять. Если шрадха уже есть внутри каждого, и почему они не получают харинам? Почему мы должны проповедовать? Если шрадха уже есть, то так или иначе они могут повторять харинам. И если шрадхи нет, то мы должны проповедовать. Почему?
Поскольку шрадха — вера, мы должны эту веру развить, должны помочь им развить веру внутри себя. И это замешательство такое возникает, но как это все понять? И вот Махапрабху что хочет сказать? Он не хочет сказать, что если нет веры, то не нужно давать харинам. Но как мы можем ожидать, что люди на рынке, куда они и прочие, у них есть какая-то вера? Нет, им надо ее развить. И с другой стороны, Махапрабху говорит, что нужно проповедовать всем, и как это все сгармонизировать. Конечно, Махапрабху говорит все правильно, просто мы поняли это неправильно. Если есть шрадха, какова польза от проповеди? И вот Махапрабху хочет сказать, что вы должны развить шрадху. И что говорить о других людях, даже Джагай Матха, возможно, даже для Нитянанды. И только для Нитянанды вот была возможность спасти Джагай Матха. Они пьяницы, негодяи, они перегружены грехами. Но все же Нитянанда хочет помочь им развить прему. Они кинули в него горшком. Кровь потекла у Нитянанды только для того, чтобы одурачить нас, чтобы мы подумали, что он такой же, как мы. И вот вайшнавы иногда ведут себя как обычные люди, чтобы одурачить нас. И вот Бхагаван может организовать ситуацию так, чтобы мы обрели бхакти или наоборот запутались. Все зависит от него. Иногда он специально нас путает, чтобы мы не смогли обрести редкое бхакти. И вот Махапрабху не, и вот что хочет сказать Махапрабху, если кто-то оскорбитель, если повторяется. The inner meaning is that if somebody after hearing Harinam going to speak all rubbish against Harinam, all speaking rubbish against devotees, then you cannot give. И вот если кто-то поносит преданных Харинам, то таким людям мы не должны не общаться с ними, не пытаться что-то их как-то переубедить, поскольку без толку. И вот суть в том, что те, кто имеют терпение слушать Нитянанда, он не ходит там и тут, в каждый дом, чтобы просить какой-то рис. Нитянанда, он не для того, чтобы просить милости, не пришел. И на Бенгале вот так говорится. По указанию Прабху Господа мы просим у вас подаяние, что это нужно воспевать святые имена Бабула Кришна, Бадзу Кришна, Куру Кришна Сыка. И вот те, у кого есть хотя бы терпение слушать, то они обретут какое-то благо, поскольку Намачарья Харидас Таку. Смотрите, он повторяет Харинам, и Нитянанда Баларам, они тоже повторяли Харинам. Сам Нитянанда Баларам кто?
он авторитет проповеди, он повторяет харинам, говорит святые имена, и любая падшая душа, услышав этот трансцендентный харинам, она изменится. И в то время была особая сила. Но, по крайней мере, если кто-то не выражает открытого неуважения и пренебрежения к харинаму, то с такими людьми можно иметь дела, им как-то проповедовать. Вот таким образом можно гармонизировать эти два утверждения, которые внешне противоречат друг другу. И вот Махапрабху хотел организовать ситуацию таким образом, чтобы каждый обрел прама. И время от времени Махапрабху ходил в разные места. Завтра мы будем обсуждать этот особый случай. Махапрабху никогда не гневался, но все же Махапрабху гневался, когда в процессе проповеди, повторения проповеди харинама, не все знали, что он Махапрабху своим Бхагаван. Я могу рассказать, как буддисты хотели напасть в Бхататари, но все же Махапрабху не гневался. И вот Махапрабху гневался, разгневался на Валабхбату, поскольку он против Шидас Свамипада. Пытайтесь понять, если кто-то говорит неправильно Сиддханту или выражает пренебрежение, Махапрабху гневается. И вот Махапрабху дал нам совет, что если есть какая-то неправильная сиддханта, какое-то пренебрежение, какая-то гордость, хотят доказать, что Гаудиматха и преданная Гаудиматха бестолковые, то такую гордыню нужно разоблачить. Это указание Шрилы Прабхупады и Гауранги Махапрабху. Махапрабху хотел И вот когда Валабхата сказал, что он не принимает комментарии Шридас Госвамипада, Махапрабху был очень недоволен, поскольку Шридас Госвамипад нам написал все по прямой милости Нарисимха Бхагавана. Шридас Госвамипад, он знает суть Бхагаватам. В Бадраке есть этот, как его, Хилл, холм. Там он получил его милость, ну, гора небольшая. И вот Бадрак, и там в этом Бадраке есть гора, где Шридас Госвамипад совершал свой баджан. Балешвар, там тоже, он там в какой-то деревне, там был дом Шридас Госвамипада Махарадж, там был, посетил его и место баджана. Я не был там, но какие-то преданные рассказывали, что вот где-то там. И вот перед Шридас Госвамипадом Нарисимхадев явился и благословил его. И вот говорится, по милости Нарисимхадева, Шридас Госвамипад, он понял и описал все, может, представление как о каком-то другом виде, и благодаря, но суть-то правильная. Шридас Госвамипад, Вишванат Чакравартипад, Вирагов и еще кто-то могут описывать какое-то явление немного в разной интерпретации, как бриллиант. Если мы смотрим на бриллиант, с одной стороны зеленый, все правые, с другой грани он красный, с другой синий. То есть с каждой стороны бриллиант, он сияет немного по-разному. И
и все описывающие его сияния, они правы, но их видение отличается от других в зависимости от их точки зрения, но в целом все правильно. И вот Махапрабху был очень недоволен и сказал, что те, кто, те женщины, которые не слушаются своего мужа, они подобны проституткам. Mahaprabhu like to ignore hearing, because Mahaprabhu know, out of false ego, he like to explain. И вот смотрите, у меня нет представления, я только знаю, что Кришна — это Яшода Нандан, Нанда Нандан, Шьяма Сундар. Этого достаточно, что мне еще нужно знать. Ну, он так сказал из-за смирения, и преданные гневаются, когда мы оскорбляем Гуру Вайшнава, говорим неправильно Сиддханту, это наставление Махапрабху. И то же самое в жизни Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Мы должны следовать их наставлениям, и это называется читание миссия или Гаудия миссия. А если мы избегаем, то это зависит от нас, что делать. Я никогда не приглашал кого-то специально, все сами приходили. И вот мы должны пытаться понять все это. И завтра я буду говорить о особом пути проповеди Махапрабху. Мы должны помнить эту шлоку. Она очень прекрасна. Ну и когда мы говорим... Yashaddo Shobanekshana Panamano Dhyana Dina Durlabam Datte Bhakti Rasam Datte Bhakti Rasam Tha Bhagavan Gaurah Me Parvam Ghati Vanchaka Kudrushi Kepasam Patitanam Parvamko Vaishnabhyo All you will have to take inner meaning. Мы должны понять внутреннее значение, видеть внутреннее значение вещей. Если что-то внешнее, то можем запутаться. Вопрос зала. И вот вопрос, когда Махапрабху спросил Шачимату гирлянды, и очень надо было быстро, а Шачимата не могла быстро принести, и Махапрабху или кто там разгневался, и вот вопрос, он явил такую человеческую лилу, когда Бхагаван Шри Кришна или Шри Кришна Чайтанья Махапрабху приходят в этот мир как обычные люди, в форме обычных людей. Их доминирующий фактор — быть людьми. То есть Кришна делает вид, что он человек, и ведет себя, соответственно, как человек, а не как Верховный Господь. Поэтому такой долгий ответ получается. Когда Верховный Господь является как человек, то его сварупа, но выглядит он как человек, ведет себя как человек. Разгневался за то, что там задержали что-то. То есть просто делает вид, что он человек. Иногда в гора Лиля. Dust particle from their feet, you know, they are going. So, no Bengali Katha, but still devotees come. So, И вот какой-то день я могу рассказать, как эта лила, человеческая лила,
Бхагавана Шри Кришна великолепна, как и почему это человеческая лила Бхагавана Шри Кришна и Шри Кришна Читания, как они великолепны, поскольку они ведут себя как обычные люди. Если Бхагаван вел бы себя как Бхагаван, то сладость этой лилы пропала бы. Понимаете, вначале совершили ошибку, поскольку Бхагаван, он вел себя как человек максимально естественно. Если бы это не было так, то лила бы не была так сладка и наполнена чувствами. Вопрос хороший, и как попозже я его обсужу более глубоко. Why you staying in Balasore? Why not come here? My guru Maharaj told me. Because you are the disciple of my guru. He told me you should stay at my. I love Bhakti Baba Puri Goswami so much. I have seen the loveful relation between Bhakti Baba Puri Goswami and Bhakti Baba. I'm laughing. They're talking to me. It's so sweet. But people think Vaishnavas, they are demon. By hearing their strong speech. No? Wrong. So I'm going, huh?